Приветики всем! Как я и обещала, хочу вам показать видео такое, где вы можете найти ответы на все ваши вопросы. Это сайт БВА. Так, ну начнем. Зайдем на его сайт. Так, получается, заходим в Google Chrome, открываем. У меня он уже открыт. Пишем английскими буквами. БВА. Вот получается сверху этот сайт. Нажимаем на него. Вот так вот выглядит сайт БВА. Что нам надо? Нам нужно зайти в тему. Заходим в тему. Идем практически до конца. Что-то написано. Штат Кёрихкайт. Ауслендеры. Вот. Без мышки работаю. Мышку отключила. Вот. Шпетаузидлеры. Нажимаем. Вот и вышел тот сайт, который нам нужен. По правую сторону идет телефоны, факсы, имейл и все остальное. По левую сторону идет все, что нас интересует. Берем правой кнопкой мыши. Так, правой кнопкой мыши переводим. Нажимаем на правую кнопку мыши, переводим это все на русский. Не знаю, у меня что-то зависло. Клавиша, не хочет она включаться. Переводим страницу на русский язык в Google Chrome. Она сразу вам переведет. И здесь будет написано часто задаваемые вопросы. Контакты. Вот, например, зайдем в контакты. Вот контакты. Зашли в контакты. Здесь будет написано об этом ВКонтакте. Райнер Хольский. Вот его номер телефона. И вот сверху есть онлайн-контакт, где вы можете, сюда нажав, и можете написать ему письмо. Здесь будет несколько вопросов вам дано. Имя, фамилия, после Эцаль. Ваш email, куда он может вам ответ отправить. И все, что вы хотели бы спросить, вы тут можете спросить. Но вам нужно знать, конечно, номер вашей отправки, когда вы отправляли. Вот. Чего тут только нету, мне кажется, не работает. Мне кажется, вы найдете все ответы на ваши вопросы. Заходите в Google Chrome, нажимаете, заводите букву БВА или вот так вот пишите www.bva.bun.de, как я писала в предыдущем видео, и выведет этот адрес на этот сайт. Так вот он выглядит. Переведите на русский, все почитайте. Здесь все обо всем написано. Есть разные формуляры. Контакты. Все обо всем здесь написано. Если что-то будет непонятно, задавайте вопросы. Попробуем помочь вам разобраться. Конечно, хотелось бы вам всем помочь. И позвонить бы туда, и написать бы письмо. Но за нас все делали родственники, а как-то их просить это... У них своих дел тоже много. Так что вот чем могла, тем помогла. Потом, может быть, какую-то форму попробуем составить, чтобы вам написать, как именно пишется это письмо. Вот. Но это будет, наверное, не скоро, потому что сейчас мы делаем ремонт в комнате. С
Столько напридумывали, теперь надо разгребать. Вот, ладно. Все, пока-пока-пока. Спасибо большое, что вы меня смотрите. Спасибо большое всем за комментарии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все, всем пока.